Так ли куку замка Херная Дона встретилось сильное сопротивление. Хотя им и удалось разрушить замок, Темный Легион понес серьезные потери и вернулся в Хекстер. Вмешательство азелианской армии серьезно повредило планам Темного Императора захвата Берсии. Итак, он решил сокрушить армию Азилы в то время, как они заняты гражданской войной в замке Кендерли. Друзья, это третья миссия за фракцию орков в игре Kingdom Under Fire War of Heroes на канале, где игра это искусство. Она называется «Замок Кендерлиф». Сейчас глубокая ночь, и я уже конкретно сонный. Но вот все, как можно сказать, в дни моей юности, когда я в школе, понимая, что завтра в школу вставать в 8 часов 2, уже сонный, сидел и играл в Kingdom Under Fire. Так, начинаем третью миссию. Армия Гернота заняла в битве при замке Кендерли. Занята. Отличный момент, чтобы начать атаку. Скорее, прежде чем они смогут перегруппироваться. Убейте их всех! Нанести поражение Герноту. Да, читайте задание, друзья, я время не теряю. Базу строю. На том самом месте, куда, помните, вышли орки, когда мы играли за людей. Так, хорошо. Приступайте к фермам. А мы пойдем умрем над вами. Орки! Что? Откуда они взялись? Прижмите их, поторопитесь! А не нападет ли лорд Деметрик на нас с тыла? Он трус. Все еще. Кюриан, здесь я оставил для вас первый полк. Другие идут за мной. Развитием.
Куда это он интересно? Ладно, не серьезно. Куриан ушел. Там камень освещения. Я думал, он здесь. Давайте полечим. Прорывайте сюда. 4, еще 3, 1, 2, 3. И давай сюда. Лориана на овцу, это да, это жируем. Куда это ты? За железом? А, там железо туда отнес, вот он вернулся. О, парень повышается. Оп, оп. По-моему, пару раз повысится. Bring it on. Хорошо, они прокачались все. Жаль, полечить их не получится. Интересно, откуда пришли войны те? Вот это действительно очень интересно. Я что-то не пропускал казарму. Может, здесь есть казарма где-то? Смотрите, вот толпа целая. Откуда они? Надо сейчас активировать способность будет. А теперь уходи. We are under attack. Bring it on. Take no prisoner. Bring it on. Парни так ходят добывать туда железо. Мне очень нравится. Да, да, я был прав. Казарма. Огра потеряли еще. Огры сейчас все потеряны. Но они доблестно помогали качаться нашим темным эльфикам. Our forces under attack. We are under attack. We go. Две казармы. Немного ли это для вас? Under attack. I'm hiding.
under attack. Бронетоник. Так, эти вылечились, да? Это хорошая новость. Я вот не помню, будут ли они прилетать отсюда. На всякий случай надо обезопаситься. Могут. Могут еще как. А, это Кернор. Вот урод. Он плохо, что он один остался, потому что с скиллом Ликуку не будем попадать. Огров. Хочу огров много. Девчонки просто лучше. Казарму сломали. Большая будет резервная у нас база по добыче. Девятый уровень, еще и столько жизни. Две пятерочки. Так, давайте, девочки, вы поведете вот этих. Вы доставите. Черт, ну как можно было тут сорваться просто на... Что за себя лепу? Retreat! Отступают. I'm right here. You want me? Тебе надо мой шелтер строить, а ты башнями занимаешься. Тогда we are under attack. Перехвати инициативу, та овца меня бесит. Our force is under attack. Где? Да, прилетели. Смотри сюда. Не успел, я немного не успел. Ну, хотя бы вспомнил. У них еще походка медленная, надо качать, качаем. Сейчас всех переложим. Уходим, пацаны. Еще лучше, чем умереть тут. We are under attack. Еще остались тут, да? Bring it on. Так, а теперь вы трое организуете башенки. Так, ты с овцой разобрался и сам стал тупой, как овца, и не можешь выйти, да? Не надо так. Тут вообще надо бы поставить Лориану Бронетонскую. Сейчас мы сходим. Давайте, девочки, вы пройдетесь. Я понимаю, там башня. Как они задрали туда делать батраков? У вас заклинило на том железе? У вас там железо что ли больше? Our
Russians under attack. Олег, что же тормоз такой? Уходить надо, брат. Олег, выкинула, а вот это бонус. Правда, пушки мы здесь не сможем лечить, но вот, друзья, вот вам лайфхак, как его сюда переместить без воздушных шаров. Так, это вот, ладно. Пошел. Not enough food. Build more shelter. We can't build there. Может, я смогу пройти туда подальше, налево и там настроить, но его надо беречь, чтобы его не вынесли. Так. Хватит. Это покруче, чем в Дюне. Low power! Там так парень настойчиво повторял. Так, сейчас подойти, тут как-то интересно башню построить можно, наверное, будет. Слушайте, это вот, ну, стройка ты тут, дядька, вот это. Ой-ой, разовьемся. Тут надо еще и базу успеть построить, чтобы птички не прилетели. Да, прикол, конечно, неожиданно. Батрак просто удивил все королевство. Никто не ожидал в Кэпсе. Так. Один, правильно все. Bring it on. Not enough food. Давайте, если что, как-то на прикрытии. We are under attack. База, чтобы мы батраков могли делать. О! То, что надо, они сюда пошли. Значит, там батрачье выполнит свою миссию. И так хотят добывать это железо, вот это просто оно им. Смотрите, уже огры просто собрались, а они все равно. Огры, скушайте сегодня овцу или человека. И вот тот самый исторический момент. Всего один раз в 100 лет горит старая свеча, и она загорелась. Здание с одним единственным улучшением. Но такое. Посмотрите, какая красота. Ну, насчет 100 лет это я уже прибрал, а точнее дофантазировал. Брать я, конечно, не увижу, это омерзительно. А иногда что-то придумать для остросюжетности нашего геймплея, это да. И от него, от этого улучшения, огры получат жажду крови. Not
enough food. Build more shelter. А вот он тут строит шелтер, уже руки все в мозоли все стёрли. We can do it. Together. Bring it on. Prisoner! Take it off, prisoner! Тут надо сделать вас Not enough всякие. Food. Build more shelter. Наверное, и здесь и делать. Прямо здесь. It will be done. Don't worry. Чё ты не принтонишь? О. А, ты поведёшь их. I'm right here. You like me? You want me? We can do it. Wait. Потери, потери. Малые потери. We can't be under attack. Должен быть врыв. Врыв такой, что вы запомните его. Надолго. We are under attack. You like me? We are under attack. I'm right here. Нажимаем, друзья, лайк. Да, они повторяют как бы важность этого. Our forces under attack. Прыв. Девочки, дайте им вниз хотят. Пройти. Our forces under attack. Ладно, страшно, конечно, когда такая дикая толпа образ улетает. Fall back, man. Поэтому Кюриан должен подумать и отступить. Тут на горе это как танцы на воде. Такого я не встречал нигде. Пацаны, давайте посмотрим, что по ресурсам вообще. 80 кусков. Побольше. Тут еще есть. Ничего нет. Сильно, да, вы погрызли сами себя. Сейчас все будете массово умирать. Но ничего, зато врыв был хороший. Еще сейчас один врыв сделаем. Возможно, не победы там, скорее всего, стоят башни на заборе, на стенах. It will be done. Ломаем. Представляете, толпа яростных огров на башне врываются в замок. Все сносят на своем пути. Затмённой жаждой крови глазами. Our forces under attack.
есть вторая партия? Ну пусть хоть такая. Давайте сюда. Пули! Странно, что они больше птичек не делают, может, у них реально с железом кризис. Тут нет железа. И они поэтому сюда ходили. Но не только же у нас должен быть кризис с железом, когда мы тогда за людей играли, помните? Закончили сборы. Нет, есть все-таки птичек. О чем это говорит? О том, что нашим эльфикам все. Но они, конечно, хорошо послужили. We are under attack. Мы врываемся ограми на другую сторону. Где птичек нет, но птички понимают, что огры — это такое явление, которое надо останавливать. Давайте поразносим башни. Могла бы, если что. И еще. Ну и главное, здесь навели шуму. Тут чуть-чуть погоняем рабочих. Так, теперь... Писаться ходил, под дерево правильно, культурно. Максимально в тех условиях, которые там были тебе доступны. Это они явно не ожидали увидеть. Думаю, как сюда залезли. Орки. Мы ими летающих юнитов сюда не залезли на этой миссии. Не залезли. Так, теперь пройдем, поломаем этих птичек. Заставить Ликуку прекратить этот перелет птиц. Эту песенку нужно поломать. Никаких птичек больше. Стань так, чтобы два здания поражать сразу. Ты же можешь. Вот так. Будешь всем учить. Биг бой. Нет, по железу. Так, уйди отсюда. Уйди, не надо подходить, подставляться. Много ли у вас тут казарм? 4. Вот и рассказывает вот Диметрик, что у меня там есть 3 казармы. 4 из яких? Дальше будет, когда до 6-го не скачаетесь. Давайте хоть на рабочих немножко поразвлекаемся. Ой, а чего Лариана так мало жизни? Дуй лечиться. Кто это тебя так? Птички? Совсем слабенькие еще. Ну, защита один, да. Пока что слабенькие. Построил, да? Дальше.
тут хватит. Птичек тем более нету, больше. Ломай спокойно, да и все. Атаман, что пусти. Быстрее, да, она просит. More victims to slay! Destroy them! I'm right here. А меня очень интересует путешествовать вот по этой местности. Может, мы заглянем на этой карте сегодня туда, куда никогда не заглядывали. Я буду строить башню, башню вроде как. Большой обзор имею. Раздирал всех. Или кухню поставить артефакты на ману. Вот, очень надо. У него так быстро кончается сил. Он довольно туповатый, любительный, пока замахнется. Ну, Кюриан намного лучше, чем он. Но, в принципе, вот этой штукой размалывать коней, когда их много, ордами в мясо, он, ну, это при удачном течении обстоятельств. Он встанет нормально, ударит нормально, мана у него будет. Так что, в целом, Ликупа так себе. Так, мелкий, видите, может просачиваться туда. Но башня все равно не откроет стену, так что стену мы и так откроем тем же Ликупу. Вот так построю для контроля. We can't build there. Люди будут добывать ману? Или тоже не будут в подборке? Блин,
надо, его не надо колотить рано. Пусть он хочет этого, просится, сам напрашивается, видите? Хочет дубиной огра по башке получить. Ломай меня полностью. Столько хочет пацан. Ну, представляете, просто это чудище. Толпа огров поворачивает голову посмотреть на стену. И там просто Ликуку, как бодибилдеры такие, которые любят собой любоваться в зеркалах спортзала, стоит на стене замка, как не очень умный Ликуку. Так, не бей его, я тебе сказал. А что ж вы за... Давайте отойдем пока. Я дойду. Можно было ногу какую-нибудь там в лесу спрятать. Вот такая, друзья, штучка. Можно и сюда пройти. Давайте вами. We can do it together. Все? Не можете здесь? Может, ты сможешь? Ладно, сейчас я ими. You want me like me? I'll try my best. You want me? Да, тут прошли. You want me? I'll try my best. I am a daughter of the dark. Что интересное рассказывает? Что она дочь тьмы? I'm right. You want me? You want me? We can do it. You want me? No, I'm a child of the forest. Мне нравится больше. We can do it. Так. Together. Бронетон, не на всякий случай, да. Мало ли кто там будет еще. Все здания вынесу, а этого оставлю. Еще миссия не закончится.
он не безобидный, типа, как он хочет просто получить, просто настолько норовит. Видите, его компьютер посылает специально слиться. Ты что, огров никогда не видел? Дубина у них точно. Такой. Думал, я не замечу. Может ли 16 одновременно бить самое большое здание? Нет, не может. Двое не помещаются. Но в целом неплохо. Третий уровень появился. Жизни у огров хорошо растут, но как? 318, а у первого 250. Неплохо, неплохо. То есть еще левелы, по сути, просто жизни. Священников бы нам людей. Их, кстати, можно будет таким героем перекладывать. Но это, не знаю, как на компании, на обычных миссиях можно. Есть герой, который у... Видите его? У орков, которые вселяются, как бы, юнитов. Переводит на свою сторону. Так, к победе. Пусть это будет. Пусть это будет лекуха, которая ее принесет нам. Удар. Да на тебе. Цацкаться с тобой. Mission complete. Так, ну вот так выглядела миссия со стороны орков. Помните, как это было за людей, я думаю. Теперь смотрим статистику. Уверенно лидируем, даже нет, хотя сказать по потерям, нет, все-таки рыцари Азилы перегнали. Ну, башни нам разрушили, да, было. Да, мана не нужна. Не нужна. Но нужно дальнейшее прохождение, и в следующей части мы продолжаем, а вот эти вот, из-за их крыльев не видно неба. Эта фраза мне очень в Вивернах понравилась. Летят. Страшно. Страшная сила. Скоро продемонстрирую в этом прохождении также.